Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Ну что, забираем 30 рун за 10 день. Прекрасно. Так, что у нас тут? А, Беззубик. 69 уровень, ребята, он получает. И теперь мы можем с тобой найти кораблекрушителя. Это радует на самом деле. Так, Водорез. 75 уровень получил. И Громель, тоже 75 уровень. Так, секунду. Так, 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 нам нужно. Ребята, у нас два дракона уже есть, да, 75 уровня. Беззубик, а ты у меня какого? Ой-ой-ой-ой-ой, что ж ты такой слабенький-то у меня, а? Пузанчик ты мой. Нет, тебя надо покормить рыбой, срочно. Блин, а у меня рыбы-то не так много. Ай-яй-яй. Я, друзья мои, боюсь представить, что будет, когда у меня закончится премиум пак. Я не знаю, как мы будем здесь с тобой собирать эту рыбу, эту древесину. Это будет трэш. Так, ну что, пока берем с тобой монетки. Я, кстати, в тот раз и не посмотрел, что мы можем с тобой приобрести в ближайшее время за монеты Одина. Громоль, Костолом, Шторморез и пошли ресурсы. Ну, смешно на самом деле сейчас получать по 700-800 тысяч древесины или рыбы, потому что это вообще ни о чем. Ну вот, я понимаю, да, 7 миллионов подкинул нам Ветрокрыл, да, сколько у нас еще тут подкинут? Ты сколько мне? Почти 8 лямов. 2 миллиона древесины. Так, этот у нас получает уровень 66-й. Здесь у нас 3 миллиона рыбы. Так, 4 миллиона древесины. Это я, ребята, округляю там плюс-минус 100 тысяч. Погоди-ка, мне надо забрать руны. Так, 110 штук я захапал. Подожди, я почему ночную фурию все время, ребята, забываю отправить на поиски? Ну, скажи-ка мне вот на милость. Давай-ка просто пойдешь бесплатно и поищешь что-нибудь хорошенького. Так, ну что, Громгильда, ты нам достаешь тусклый янтарь. Все, я тебя понял. Поэтому лети бесплатно в логово змеевиков. Туда тебе дорога. Тут будет у нас лес. Здесь мы с тобой возьмем обучите цыпу. И здесь у нас... Ага. Итого мы с тобой получаем... Надо же руны. И... 12 штук. Вот это я понимаю, вот это великолепно. Так, отправляем дальше в приключение. Пускай летит. Так, у нас тут с тобой блестящий янтарь. На обмен еще ставим. Так, смотрим. Ну, чтобы эти не прохлаждались, мы, пожалуй, их опять отправим с тобой на поиски ресурсов. Так, пускай идет, ищет рыбу. Так, Беззубик, 10 миллионов нужно, ребята. 10 лямов, чтобы прокачать. Это жесть. Так, Шепот, лети, обучайся. Так, ты у нас сколько? А, мы можем его обучить. Отправить, обучаться. Конечно, пускай Кревет летит, обучается. Дальше у нас кто пойдет? Покормить. Покормить. Тоже пускай летит, обучаться, друзья мои. Громель. А, Громыля можно пока уже не трогать, да, ребята? Он 75 уровень получил. Теперь он, как говорится, будет отдыхать. 10 миллионов рыбы. Блин, это чтобы... Ребята, это чтобы... Сколько надо рыбы, ты представляешь, чтобы его накормить и прокачать ему следующий уровень? Да, это очень долго. Это очень долго. Оу, сколько он древесины мне принес, а? Сколько он мне принес древесины. Молодец, красавчик. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим, что у нас тут. Зеленая смерть. Как всегда, сломанный меч и тусклый янтарь. Кстати, мы рекламу с тобой еще не смотрели, да? Монеты Одина 9 штук. Ну давай, давай, быстрее в копилку их. И в загадочном наборе Шторморез, Шипорез, Дикарь Костолом. И опять же ресурсы. Все. События. Так, ну что, ребята, нам нужно пройти с вами вот эту вот угрозу, да, превентивный удар. Мы не закончили с этим делом. Что там?
800, зачем мне это надо? Нет, я не хочу. Здесь можно открыть, кстати, пак редкий. Ну-ка. Шепот смерти, шторморез, шипорез, громоль, лаварык. Так, змеевик. У нас, когда, кстати, подписочка закончится, у нас не будет с тобой ни призов для наездников, да? Ни ячейки для наездников, ни... зачем мне схватка? Я не собирался пока никакой схватки делать. И мне нужно что? Мне нужно идти на событие и проходить его. Пока собираем с тобой тусклый янтарь. 30 вымпелов. А, здесь еще соточка, да? В общей сложности. И все пока. Что мне с тобой делать, а, беззубик? Вот это я заберу. Или тебя прокачать? Давай, короче, мы сделаем так. Пойдем сейчас вначале попробуем пройти это событие. Может быть, с тобой ресурсов немножко подкопим. Именно рыбы. Потому что рыба мне нужна. Прокачаем беззубика еще до 71-72 уровня. А дальше уже будет видно. Так, сколько у нас тут? Две волны. Ну что, тут, как всегда, ребята, по стандарту, да, начнем с шепота смерти. Раз. Они тут, конечно, хорошо устроились, я погляжу. Опять они сейчас тут вдвоем ходят. Оу, нам повезло. Слушай, ну если я даже укушу... Он 3 энергии получит, да, ребята? Он будет делать... Я знаю, что он будет делать. Но я ему не позволю. Он начал бы делать свой суперудар, поверь мне. А я сейчас в плане. Как ты успел, а? Друзья мои, это плохо. Хиляемся. Так, добьем? Добьем. Ого. Тут, слушай, серьезная компашка. Неужели убьют, а? Ну, пришлось, друзья мои. Пришлось потратить. Ну, у нас, если что, руны есть. Мы сможем с тобой, ну, на худой конец, ребят, потратить руны. Фиг с ним, там 300 рун. Для того, чтобы приобрести, сколько там, 2 или 3 груши. Сейчас я ужатаю этого ханорика. Так, теперь, наверное, нам надо брать с тобой шепот смерти, да? В оборот. Ой-ой-ой. А, ну он сейчас обычно ударит, все. Мы его... А мы, знаешь, что сделаем с тобой? Вот так вот. Так даже будет лучше и эффективнее. Вроде бы и урона не получим, и дракончика, как говорится, победим. Угу. Поехали. Кусаем. Удар. Ну, он уже здесь ничего не сделает. Вообще промахнулся. И добивочный. Замечательно. Ну что, первая победа, первый бой за нами. Крутим колесо и смотрим. Е, плод мудрости. Слушай, ну это неплохо. И... Давай рыбу, рыбу, рыбу. Есть. Так, ну можем еще немножечко, да, с тобой прокачать нашего беззубика. 75 рун забираем. Спасибо. Так, ну и у нас с тобой мини-босс. Давай посмотрим, что у нас тут за мини-боссик. Ой-ой-ой-ой-ой. Два кревета. Да, это серьезная заявка, друзья мои. Два кревета. Но они синие. Они будут, естественно, бомбить моего кривоклыка. Упс. Эй, хорош, хорош, ребята. Хоть промахнулся, и то ладно. Ну, давай. Давай сделаем так. Что ты, что ты, что ты, что ты делаешь, а? От гаденыш. А давай. Давай. Бомби. Угу.
Сюда. Вот так. Слушай, ты достал уже, а? Раз. Так, бомби своего кореша. Мы его добиваем. Теперь хиляемся и кусаем. Ого. Шепот смерти, да? Значит, у нас здесь будет мини-боссом. Блин. Тратить грушу сюда. Раз, два, три. Они втроем сходят, да, ребята? Друг за другом причем. Это не есть, конечно, хорошо. И знаешь, что самое бесевое? Что шепот смерти сейчас будет делать свою суператаку. А, нет, 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 не будет. Не будет, и слава богу. Так, ну что, заморозка. Замораживаем. Убиваем с тобой штормореза в первую очередь. Потом надо, наверное, брать нам все-таки тройной удар в разработочку. Блин, тяжело его, конечно, подбить. Что он тут сейчас будет делать? Как бы тут лучше сделать-то, а? Давай, наверное, все-таки вот так вот. И вот так вот. Так будет оптимальнее для нас. Теперь удар сюда. Кусаем. И добиваем. Фух. Нормуль, друзья мои. Так, крутим колесо и смотрим. Рыба. 28 миллионов рыбы. Хорошо. А здесь нам достанется что? Да ладно. Редкий. Редкий пак. Хм, спасибо. Так, ну что, ребята, еще у нас с тобой, включая этот, три боя. Опа, громобои, два. 13 уровня, зеленые. Тяжело, тяжело, конечно, будет сейчас с ними тут справляться. Поехали. Ну, что ты там? Блин, почему не все на барсика, а, переключились? Все переключились на барсика. Так, сейчас будем, ребята, замораживать. Поехали. Будем замораживать и по возможности отхиливаться. Так, ну что, одного мы уничтожаем. Удар. Ё-моё. О, он поменял приоритеты. Но это и хорошо. С одной стороны, ребята, это хорошо, а с другой стороны, это плохо. Знаешь почему? Потому что сейчас он опять свой суперудар сделает. Но теперь он сделал на кривоклыка. А мы опять с собой залечим раны. Так, и ударим. Так, ну что, приходим на вторую волну. Здесь у нас, оу, стальной капкан. Ну, конечно. Что еще можно от тебя ожидать? А? Капканчик ты несчастный. Да ну хватит, а? Давай вот так вот сделаем и в заморозку их всех. Естественно, я добью, наверное, стального капкана в первую очередь. Потом, скорее всего, чудовище. Да. Сделаем вот так. Здесь укус. Хиляться нам нет смысла. И добиваем. Так, этот спит пока еще. Мы его в слепоту. Ну и все, ребята. Больше он здесь ничего не сделает. Теперь мы его просто-напросто наказываем по полной программе. Так, кусаем, бомбим хвостом и все тому подобное. Естественно, ему не нравится. Он начинает злиться, психовать. Но нам на это как-то по барабану, если честно, да? Все. Еще два боя остается, да, получается? И что же нам здесь выпадет? Рыба. Опять 28 миллионов. Ну а с этого пака нам выпадет древесина.
Да у меня и так этой древесиной хоть одним местом жуй. Они мне все равно ее подсовывают. Ладно. Два последних боя. Тут у нас идет мини-босс. И в конце, как ты понимаешь, будет супер-босс. Так. Ого-го. Фиолетовый, значит, и зеленый, да? В общем, моя цель здесь будет проста. Я накапливаю на заморозку. Естественно, пытаюсь их заморозить всех. Так, давай сюда, наверное. Пытаюсь их заморозить. И после потихоньку-потихоньку буду разбирать. Это вот такой у меня, ребята, план пока. Блин, вот единственный вопрос. А сможем ли мы с тобой дотянуть до этой заморозки? Сейчас посмотрим. Так, кого он будет бомбить? О, тю-тю-тю-тю, ребят, берем. Берем, пришлось так делать. Потому что они бы разобрали бы мне кривоклык, поверь мне. Они бы сразу его накумарили. Даже не спросили бы, как звать. Так, а я сейчас сделаю заморозку. Как я и обещал. Двух крайних мы уничтожим. Причем довольно быстро и легко. Раз. Так, два. Здесь, наверное, мы хильнемся. Кусаем. Так, у него супер... О, парень, парень, парень. Если ты промахнулся, то это все. То это... Ну, давай так сделаем, фиг с ним. Это все-таки выпендривается, а? И кто у нас? Ох, ё-каламане. Вот это проблема, друзья мои. Барсика не трогай только. Так, значит, ё-моё, что делать-то будем? Давай так, наверное, начнем. Тут укус. Здесь, естественно, заморозка. Нам бы хотя бы одну скалу с тобой успеть забомбить. Ну и, естественно, громорога тоже надо ушатать. Так, теперь беремся вот за этого. Хотя, подожди, здесь, наверное, хильнемся лучше. Поехали, раз, два. Упс. Очнулся, да? Этот пока спит. Спал. Ну, понятно, начинает глушить, короче. Да чтоб тебе, сейчас, наверное, барсика... А, это последняя волна, да? Ладно, хорошо. Сейчас уничтожат. Странный ты малый, конечно. Что-то ты тут... А зачем? Просто ударяем, да? Теперь смотри, еще удар. И вешаем на него слепоту. Вот и все. Что-то я тут начал уже изобретать велосипед. Все на самом деле довольно легко и просто. Так, сюда. Да успокойся ты, скала. Ничего тебе здесь уже не светит. Прекрасно. Ну что, друзья мои, остается последний бой. И рыба. 20 миллионов, окей. Давай следующий пак смотрим. И тут 36 миллионов. Все, ребята, переходим к заключительной фазе. Босс готов? Босс нас ждет. Интересно, кто здесь будет? Лично мне очень интересно посмотреть, кто же здесь будет главным. Это красный. Это опасный чувачок. Сколько тут? Две волны? Окей. Раз, два, три. Сейчас они все втрое сходят. Не надо трогать только, блин, мне. Вот правильно, бомби лучше там. Ты успокойся. Смотри, что творит, а? Так, ну что, погнали. Сюда. Дальше делаем с тобой супер-пупер заморозку. Но не забывай, что нам нужно с тобой... Блин. Придется рисковать. Не добил, не кританул, Барсик, не кританул. Видишь, что он творит? Он все на своем настаивает, да? Так, в минус. Этот спит.
Сейчас проснется. В кого? Я тебя понял. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой, у него же, кстати... Блин, он же сейчас под суператакой. Повезло. Так, добивка. Ядрить, макарить. Скала. Костолом этой. Всех сюда, короче, воткнули, да? Сейчас они будут тут вжучивать. Кусаем вот этого, наверное, да? Или кого? Шиш ее знает, кого тут лучше кусать-то? Так, заморозочка моя родная. Скала, кстати, ребят, на себя повесил баф. Баф на усиление. Поэтому нам нужно поспешить. Давайте так, наверное, сделаем. Очнулся, а? Посмотри, очнулся. Этот пока спит, пускай спит, ребята. Сейчас мы будем его брать под свой контроль. Я думаю, это будет оптимальный для нас вариант. Кого, Барсика будет, да, бомбить? Нет, смотри-ка, странно. А что это-то не ходит, я не могу понять. Давай, с разбега, пожалуйста. Ух. Найс его получилось. И слепота. Ай, лепота, друзья мои. Слушай, ну тут вообще великолепно у нас получилось. Просто разобрали. Практически на изи. Все, он один что-то остался, начал. Вообще мы его быстро тут расчехлили. Ну что я могу сказать? Прошли мы с тобой это событие. Крутим последний раз колесо. Древесина, будь она. Так, а здесь? Опять древесина. Что-то не везет. Ладно. Суть такова, что мы с тобой все-таки прошли событие это и забираем 500 вымпелов. Кстати, вымпелы нужно тоже, ребят, посмотреть. Вы делаете невероятно важные для бойцов вещи. Вы сполна заслуживаете и свое место здесь, и эту награду. Я понял. 500 вымпелов, кстати, это немало, если честно, это немало. Так, событий пока больше нет. Новеньких жаль. Тут еще получаем вымпелы. Так, используйте одно ускорение, да, и отправить Беззубика в путешествие. Ускорение, это в плане... Я уже забыл, что за ускорение-то. 71-й, ребята. Сколько 40 лямов нужно? Вы что, издеваетесь, что ли? Для того, чтобы поднять ему левел, блин. Да мне проще... Блин, да мне проще прокачать кого-то левого, чем Беззубика этого. Вы сейчас просто издеваетесь. Нифига у вас расценочки здесь. Трындец. Я даже не знаю, кого тут лучше прокачать-то. Так, стоп, у меня же, по-моему, кто-то в ангаре есть. Я не говорю, что, конечно. Че, максимальный, что ли, 27 уровень? Подожди, а где же тогда у меня этот? Чудовище. Неужели обучается? Нет, нет, нет. Нет у меня здесь чудовища. Подожди, а я же помню, что у меня было чудовище тоже какого-то приличного уровня. А, но вот только где? Где это чудовище? Скажите мне на милость, я что-то не пойму. Ну что, Костолом, тебе, наверное, придется... Тебе даже выгоднее кормить и отправлять на обучение, чем Беззубика. Ну, с Беззубиком 40 миллионов... Один раз, чтобы покормить 40 миллионов. Так, ну что, пускай он летит тогда в приключение. Бухта Драконьего края. Все, да? Полетел. Отправьте Беззубика в путешествие. Я не понял. Ну... Это засчиталось? Так, подожди. Блин, я не могу понять. Отправьте Беззубика в... Ну, я сейчас что вообще делаю? Это не путешествие, это так просто. Давай вот это вот.
Сейчас еще раз, ребят. Ну, придется тратить, фиг ли делать. Кто бы сомневался, что выпадет здесь рыба. Давай, возвращайся. Так, теперь ролим. 1000 янтаря тусклого. Блин, не чтобы пак. И выпадает то, что вообще практически не нужно. Рыба. Забрать, конечно, что вы еще спрашиваете. В поиск. Значит, это и есть, наверное, приключение. Так, посмотрим. Я этого так и не нашел. Подожди-ка. В приключение же нужно было или что? В путешествие. Путешествие. Но я так понимаю, что поиск — это и есть путешествие. Ладно, предположим. Ну да, вот это и было, ребят, путешествие. Забираем и забираем. Плевака, набор. Руны. То есть, грубо говоря, мы с тобой не отбили даже то, что потратили. Вообще, поэтому... Ну, этот плевака, набор, это так себе, ребят. Фигня полнейшая. Так, здесь ничего нового нету, да, получается? Так, ну что, давай посмотрим с тобой, что у нас на почте. Новый набор карт. Редкий. Ох, ничего себе, 1500 рун, ребята. Вот теперь я с лихвой все купил. Необычный, так, эпический капкан. И еще 250 рун. Ох, ядрить, яйца и кус. Слушай, у меня такого не было же, так? Конечно, не было. Такой в первый раз вижу яйцо наполовину. Слушай, ну... И выглядит он так круто. Разместить. Ну-ка, малыш, давай я тебя покормлю. Как ты хоть стал выглядеть-то? Ну, выглядит он прикольно, ребят. Выглядит он прикольно. Вот же, я его ищу, а он здесь, кажется, у меня стоит. Незаметный такой весь, да? Так, ну что, ребятушки, пойдем на арену или как? Или будем закругляться? Я думаю, что, наверное, надо на аренку сходить. Немножко повоевать, да? Поехали. Так, кто-то мне сказал кого-то заменить. Ага, все, я вспомнил. На следующем бою попробуем поменять барсика на кревета. Барсика меняем на кревета. Заодно посмотрим. Ну, видишь, почему я, ребят, не беру кревета? Из-за уровня. У барсика все-таки уровень будет, ну, 14-й. Это как бы посерьезнее, да? А у кревета какой там? 12-й или 11-й даже, я не помню. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. Не надо вот так вот, ребята, делать. Так, сейчас будет костолом ходить. Переживу ли я атаку костолома? Переживу. Почему я в этом уверен? Потому что если он будет даже бомбить сюда, он... А он и не стал. Теперь делаем заморозку. И пытаемся с тобой уничтожить чудовище. Так, тут, наверное, все-таки надо будет ударить. Да, неожиданно, ребята, но такое вот бывает. Так, ну что, костолом, ты очнулся, я вижу. Как себя чувствуешь? Видимо, плохо, потому что мы тебя сейчас уничтожим. Да-да-да-да-да. Беги, беги, беги. Пумс, да, и облом такой вот получается у тебя. Теперь моя очередь. Так, и, видимо, сейчас будет добивка. И добивку сделает это у нас барсик. Вот так вот. Так, какой мы пакт-то здесь получим с тобой? Видимо, обычный, наверное. Ну-ка. Ну, как всегда. Кстати, 3000, ребята, еще кубков, и у нас будет 7-я арена. Здесь у нас солянка, друзья мои. Единственное, что я опять забыл, это, конечно же, поменять. Поменять дракона.
Ну, что там дергаешься? Да хорош, вы сейчас так и будете. Блин, я даже ничего не успеваю, ребята. Просто элементарно не успеваю ничего сделать. Ну что, мы, наверное, попрощаемся с Барсиком сейчас. Потому что этот... Ну да, скорее всего. Этот сейчас бомбанет сюда, и этот добьет. Ну что ж, будем вдвоем пытаться справляться. Хотя... Блин, этот, да, все-таки ходит. Вот они за это поплатятся теперь. Вот за свою вот эту дерзость они поплатятся. Поехали. Так. Фиг ли ты вскочил-то? Я не понял вот этого вот юмора. Так, он сейчас опять, да, ходит? Мне не нравится вот такой вот подход. Лаварык, что же ты сделаешь? Сделаешь, он сделает. Он может ударить. Он может ударить, друзья мои. Поэтому я делаю заморозку. Сейчас мы будем делать укус. Пускай он там пока спит еще. Сейчас он будет что-то чудить. Не удивлен, нисколечко, поверь мне. Блин, он, по-моему, тянет. Он хочет, друзья мои, выйти на ничью. Я не должен этого позволить ему. Все, никакой ничьи. Мы его замораживаем, и Кривоклык его сейчас уничтожит. Прекрасно. Тактика, вот что самое главное. Так, ребята, у нас здесь с вами солянка, но я взял... Ну, ты видишь, кого я взял, да? Кривета. Он у нас 12 уровня. Что-то, мне кажется, сейчас... Нас тут быстро распетрушат. Такое что-то впечатление у меня складывается. Так, отнимать здоровье у команды. Слушай, он, посмотри, сколько он здоровья, ребят, отнимает. Не кисло тогда, а? На самом-то деле. Так, кого он бомбит? Понятно. Этот кого будет сейчас? Они все будут Кривета бомбить, потому что у него меньше всего здоровья, друзья. Понятное дело. Так, ну здесь мы с тобой добили. Здесь мы вот так вот. Кто-то сейчас сделает, друзья мои, фаерболы будет бомбить. Да. В кого только? Это не страшно. Вот именно это было не страшно. Значит так. Мы с тобой берем Костолома в подчинение. С этим гавриком сейчас будем разбираться. А вот успеем ли мы разобраться? Этот вопрос интересный. Воу. А чё так? Слушай, по два раза ходит, зашибись, да? По два раза ходил он. Как это так можно понимать вообще? Я вот лично не понимаю, ребят. Два раза он ходит. Ну и что? Ну тут понятно, я проиграю. Потому что, ребят, 15 уровень против... Вот видишь, это называется, ребят, я поменял тактику. Это я поменял тактику, и игра вообще не клеится теперь. Ничья тут, скорее всего, у нас будет с ним. Мне так кажется. Он потом сделает разбег, верно? Верно. Сейчас он сделает разбег, оглушит, потом еще сделает удар. А я смогу только один раз его заморозить. Да. Игра не клеится. Так, ребят, ничья. Он сейчас разбег сделает и все. А, он, наверное, еще и ударит меня. Угу, ничья. Это уже как будто специально все сделали. Ну что, вот он, пак вождя, друзья мои. Громель, Громорок, Громель. Так, Хофер. И все. Слушай, не знаю, ребята. Мне кажется, что
Даже, наверное, стальной капкан был бы, наверное, поэффективнее, чем кревет. Не потому что я, как тебе сказать, не то что мне не нравится кревет, но ты сам видел прекрасно, его начинает все бомбить, и у него всего одиночная атака. Если здесь тоже, да, он один, его все начинают бомбить, но у него, по крайней мере, массовая атака офигенно отнимает здоровье. Так, Бобо. Это, ребята, Бобо сейчас будет. Что нам сделать? Вжариваем, да? Ты видишь, насколько он много отнимает здоровья? Еще удар. Эх, не успею. А, нет, успею. Успею, ребятушки. Все у нас под контролем. Минус Громелька. Ну что, Сойцухофер и Лаврык. Естественно, вот так вот. Мне еще нравится, что капкан, он на себя вешает ускорение. Вот это классно. То есть он наносит хороший урон противнику, замедляет его и себя сам ускоряет. Идеально. Ага, здесь у нас 15 уровень. И плюс еще, ох ты, Громорог, Шипорез. Ух, это будет весело. Или же это будет опасно. Так, сейчас втроем они. Нет, подожди-ка, вдвоем, да? Эй-эй-эй-эй-эй, все-таки успел, а? Успел, пройдоха, сделать баф на усиление. Ай-яй-яй. Блин, как бы нам его быстрее-то заварганить. Так, ну что, а если я вот так сделаю? Без крита, да? Тогда сделаем так. Что, плешивый? Понятно. Так, понижаем, ребята, здесь атаку. Нафиг нам, как говорится, эти приключения, да, не нужны. Угу. А этот добьет. Этот добьет, друзья мои. Вот такой шанс не упустит. Так, все, хорош, по-моему, надо нам с тобой. Если я так сделаю. Фигня полная, да? Лучше, конечно, так делать. Так, ну что, этот сейчас, ну, ударит. Оу, хо-хо-хо, хилочку врубил, да? Вот ты что делаешь, а? Жучара, да на тебе. Да получи еще разок. Ой, изумительно как. Изумительно просто, друзья мои. Разбег. Че-то он не бежит. Мне-то только хорошо от этого. Пускай он хоть что делает. Бежит, не бежит, мне все равно. Мы ему вообще не даем шанса, ребят, практически сходить. Это мне нравится. Погнали дальше. На-ка. Так, секунду. Еще получи. Просто запрессовали, друзья. Так, а здесь у нас 15 уровень. Опять солянка. И я думаю, что у нас тут должно все получиться. Несмотря на то... Ой-ой-ой. Так, тихо. Неужели... Блин. Тогда все под вопросом, друзья мои, потому что все встали против. Ну, почти все. Если я сделаю вот так. Добьет, да, сейчас? Нет, не добьет. А вот этот гаврик добьет. Этот добьет, ребята. Так, у них замедление, я правда не знаю. Это замедление меня вообще никак не спасло, если честно. Сейчас они вдвоем сходят. Ё-моё, я думал, что мы успеем с тобой заморозку сделать. Но, видимо, не успеем. Так, что ты там сделаешь? Кого кусанешь? Это что он сейчас сделал? Что, я спрашиваю, он сейчас сделал? Дуралей этот, блин, непонятно. Все, распечатали, короче. Да. А,
А, он слепоту, ё-моё. Я думаю, что там он сделал? Все нормально, ребята, он слепоту на него повесил, оказывается. А я этого даже и не увидел. Но тут в любом случае нам, ну, никак не победить. Никак. Ну, одного дракончика только прихватили. Ну и то хорошо, ребят. Поражение, понятное дело. Ну что, друзья мои, еще одного дракончика нам подбить. И дело в шляпе. Дело в шляпе в плане того, что мы с тобой получим пак вождя. Но вот сможем ли мы здесь выиграть? Меня это, конечно, интересует не просто подбить дракона, а выиграть всех драконов. И вот здесь уже у меня под вопросом, под огромным вопросом. Сможем ли мы это сделать? Судя по тому, как здесь идет расклад. И я даже не знаю, ребят. Тут пониженная атака. Как-то вот все не то, что нужно, а. Очень сильно бомбят. Этот сейчас еще, кого он будет бомбить? Я боюсь, я не переживу, наверное, на удар. А так тоже как-то фиговенько получается все. Да, ветрокрыло уничтожили мне все-таки. Если я сделаю еще удар. Все-таки сейчас, да, наверное, нас, ребят, разберут. Этот сделает свой двойной удар. Хотя, подожди, если мы с тобой понизим ему атаку, он будет бить, но он будет бить слабо. Ну как слабо? Прилично. Так, кусаем. И добиваем. Все, да ёпрст. Спешка. А что случилось-то? Я даже ничего не сделал. А уже победа засчиталась. Ну вот и пак вождя. Давай забираем, смотрим. Кревет, громобой, ужасное чудовище. Да, друзья мои, вылетела игра прямо во время открытия пака. Ну посмотрим. А, он остался. Слушай, это хорошо. Громобой, древоруб, водорез. Так, змеевик, кривокрив. Вот так вот. Замечательно. Ну что, друзья мои, все, что могли, мы сегодня с тобой сделали, да? И сделали, я тебе скажу, не очень даже плохо. А даже отлично, можно так это сказать. Все у нас в работе, все отправлены, все в обучении. Вот это только у нас. Да. Пускай ищет древесину, ну а что с него взять, ребят? Так, этот пускай за рыбой летит. Ты у нас пойдешь за рыбой. Давай, давай, ищите, ищите все рыбу. Пучемуч. Пучемуч, иди за рыбой давай. Пучемучка это он здесь. Да, ну все. Теперь, друзья мои, можно закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.